Слышите, как березы шумят? Чувствуют деревья, что скоро незваным январским морозом конец. Уже сегодня тюменская погода начнет приходить в себя. И к выходным температура приблизится к ноябрьской норме. Кстати, в старину березовые ветки особенно ценились в холодную пору. На Руси из них делали защитные амулеты против стужи и зимних болезней. Даже название дерева произошло от имени славянской богини-берегини, которая считалась матерью всех добрых духов и сил. Кстати, даже обычная прогулка по березовой роще заряжает энергией и укрепляет иммунитет. Попробуйте, и вы точно почувствуете, как легко и радостно станет на душе.